Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Smokers Magazine, и сегодня мы поговорим о недавней новинке компании McBaren – трубочном табаке Bold Kentucky. Это на сегодняшний день одна из самых крепких табачных смесей компании McBaren и вряд ли подойдет начинающим курильщикам. Она включает в себя значительную долю лучшего табака Dark-Fired Kentucky из США и Африки, вкус которого смягчается за счет добавления светлых Вирджинии. Табак выдерживается в горячих прессах, что позволяет компонентам глубже проникнуть друг в друга. В результате табак приобретает насыщенный землистый вкус с легкой сладостью. Аромат из банки доносится густой, землистый, чуть копченый, с животными оттенками. При этом в верхних частотах отчетливо заметны сладковатые цветочные ноты. Сами пластины табака темные, практически черные, жирные и влажные на ощупь. В отличие от тех же вирджиниевых флейков McBaren, пластины нарезаны шириной в пару сантиметров, что уже на этом этапе как бы предупреждает нас – соизмеряйте свои силы. Однако, несмотря на свою жирность, табак разминается на ленты без усилий, но я посчитал, что перед напивкой все же есть смысл его немного подсушивать. Набивается и раскуривается в таком виде табак легко и при равномерном растирании курится ровно. В первых же затяжек ощущается плотная, бёрливая, землистая основа этого табака с мощной никотиновой поддержкой. Уже через несколько глотков дыма Kentucky раскрывается в своем пряном, заметно остром вкусе с несильными, но отчетливыми костровыми оттенками. Разглядеть здесь игру Вирджинии для меня оказалось делом непростым, но попривыкнув к табаку, стал отмечать проявление легкой травянистой сладости, появляющейся на заднем плане ближе к середине курения. И с каждым новым глотком дыма табак все глубже и глубже погружает в мягкие бездонные подушки никотинового насыщения. Аромат дыма табак дает приятный, плотный, землистый, с присутствием теплых древесных оттенков. В отличие от бьющего в грудь вкуса, дым мягкий и даже где-то успокаивающий, что немного сбивает с толку. Очень яркий табак, ароматный, крепкий. Я бы оценил крепость на 8 баллов из 10. А сама крепость формируется в груди, растекаясь густой патокой по всему телу. Что ж, блендером McBaren вновь удалось удивить курильщиков выпуском мощной натуральной смеси с характером. Далеко не всем она подойдет в качестве повседневника, но дегустация этого табака, когда выкуривалась по 2-3 трубки Bold Kentucky практически подряд, показали, что и это возможно. Хотя не каждая трубка выкуривалась полностью. Но не потому, что не нравилось, а от полного насыщения витамином N, что называется, под завязку. Ознакомиться с более детальным разбором полетов и узнать, какую же оценку получил табак в рейтинге журнала, вы сможете, перейдя по ссылке, указанной в описании к ролику. Там же вы сможете задать свои вопросы и оставить комментарии. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до встречи на канале Smokers Magazine.